Спортивным духом в этот день было пропитано все, начиная с фойе, где состоялись показательные выступления участников праздника. На импровизированной сцене смогли продемонстрировать свое мастерство как школы единоборств, так и танцевальные коллективы. Воспитанники боевого клуба «Десантник» демонстрировали свои умения рукопашного боя. У меня красный пояс, и это считается довольно хорошо, потому что я уже добился многих боевых заслуг. Я выступал на чемпионате России и занял там второе место. В этом году районный спортивный праздник «Видные зимние наши» прошел при участии симфонического оркестра, что придало мероприятию новых и ярких красок. На сцене в этот вечер побывали все спортивные клубы муниципалитета и были отмечены грамотами за достигнутые успехи и вклад в развитие спорта. К собравшимся обратился почетный гость праздника, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов. Для меня большая честь быть сегодня здесь на закрытии очередного зимнего сезона здесь, в Видном, в Ленинском районе, и поздравить всех победителей, всех участников этого замечательного спортивного праздника. Спортивные объединения, участвующие в мероприятии, пробегая круг почета, разрывали красную ленту, символизирующую достижение победы и успех. Не обошел стороной это важное событие для нашего района еще один гость – советский гимнаст, олимпийский чемпион Владимир Маркелов. Радует то, что с каждым годом появляются те люди, и те спортсмены, и тренеры, и ветераны, которых награждают все больше и больше людей. Это значит то, что на самом деле спорт в вашем районе развивается. Много говорили об Олимпийских играх, вспоминали былые победы и новые завоевания. Эмоции переполняют, такое впечатление, что мы вернулись с Олимпийского стадиона. И закончили мы такой нотой, как говорят, зафиналили, что наше Видное действительно Видное. Все те победы многочисленные, которые одержали видновчане, жители нашего района, спортсмены, которые занимаются на территории нашего района, это наша гордость. Финальным аккордом праздника стал вынос российского флага с надписью «Видное», побывавшего на Олимпийских играх в Южной Корее, и исполнение гимна Российской Федерации. Алексей Мельников, Владимир Андрианов, Сергей Ларин. Видное ТВ.